Я всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы сделать коротенький видеообзор не термоса, потому что на моем канале вы уже видели, даже не крышечки старой, вот оригинальной, да, от данного термоса, а такого вот комплекта, который изготавливает, я так понял, что индивидуальный предприниматель из Самары для любителей советских термосов, у которых была сохранена целостность колбы, но ввиду времени, да, то есть мы понимаем, что все стареет, кроме нержавейки качественной, да, эти пробки рассыпаются, ударяются, раскрашиваются, и у нас остается колба. Пробку здесь заменить крайне сложно какими-то другими, да, но вот есть такие вот умельцы, которые производят вот такие вот пробки. Конечно, по весу она значительно легче оригинальной. Ну, не сильно, конечно, но чуть-чуть легче. К сожалению, кружка в оригинальной была белая, здесь черная. Скорее всего, это все изготавливается из вторсырья. И данная кружка просвечивается на солнечный свет. То есть она не такая толстая, как была предыдущая. Вот, к сожалению, как-то так, но зато есть небольшая возможность дать вторую жизнь вашему термосу. Данный термос производился в Самаре, то есть крышка идеально подходит, все хорошо закручивается. Как-то вот так вот. Всем спасибо за просмотр.